В Уральске стартовала республиканская акция «Сон за рулем», цель которой – снижение ДТП, повышение безопасности на автодорогах, привлечение внимания водителей к соблюдению правил дорожного движения. Профилактическое мероприятие пройдет с 1 по 31 июля на территории Западно-Казахстанской области. Подробности в сюжете. По словам сотрудников батальона патрульной полиции, много аварий на междугородних трассах случается из-за того, что водители автомобилей засыпают за рулем. Секундный сон водителя крайне опасен на большой скорости. В связи с этим на территории Западно-Казахстанской области проводится республиканская акция «Сон за рулем». Батальон патрульной полиции департамента полиции Западно-Казахстанской области проводит разъяснительные работы для всех участников дорожного движения. Данное мероприятие проводится для соблюдения правил дорожного движения. Уважаемые участники дорожного движения, в целях безопасности дорожного движения батальон патрульной полиции предупреждает о необходимости перед выездом на дорогу тщательно проверять исправность транспортных средств и нарушать правила дорожного движения. Побороть сонливость можно только одним способом – остановить машину и отдохнуть. Остальные средства, такие как кофе, энергетики, громкая музыка, открывание окон, не дадут необходимого эффекта или их действие будет недолгим. Водители, в свою очередь, отметили, что подобные акции необходимы, ведь все участники дорожного движения должны соблюдать правила дорожного движения. Мы с семьей едем в село Чапаево. Я поддерживаю подобные акции. В очередной раз сотрудники полиции напоминают нам, что за руль в утомленном состоянии садиться нельзя. Стараемся прислушиваться и не нарушать правила дорожного движения. В свою очередь водителям, планирующим поездки на дальние расстояния, рекомендуется обязательно отдохнуть, прежде чем отправиться в долгое путешествие. Не стоит садиться за руль после бессонной ночи или утомительного рабочего дня. Альбина Коленова, Олег Писаренко и Мурат Джагапар, ТДК 42.